Слим Толя, Фэт Тони. На выдачу у нас брутальный европеец. Классика во всех проявлениях. Mercedes SL, элегантность, стиль которого, в общем-то, вызывает кучу эмоций, вдохновения. И, в общем-то, автомобиль реально кайфовый. С автомобилем поработали как с экстерьером, так и интерьером. Начнем с интерьера. Здесь работе подверглись детали интерьера, которые мы заламинировали в сложнейший рисунок, карбоновый. Называется эта история Wave, так далее, волна. Ну и, в общем-то, на ваш суд оставляем, насколько круто, насколько гармонично это выглядит именно в салоне этого автомобиля. Orange label, I might pop me too. I was getting money, but they didn't have a clue. Caught the Porsche coming powder blue. Hit the top, we don't need the roof. Необходимо понимать то, что для разбора данных элементов и элементов торпеды, по сути, необходимо разобрать практически весь салон. Это мы сделали. Собрали все в завод, произвели комплексную химчистку и дополнительно защитили самые уязвимые части интерьера керамическим составом. В экстерьере автомобиля мы обновили диски, так далее, просто сезонный окрас, для того, чтобы они снова были как новые. Комплексный подход от Fat Tony во всех его лучших проявлениях, в одном месте доработаны все озвученные составляющие. Это удобно, это практично, да это, безусловно, просто экономит как ваши деньги, нервы, так и время. Обращайтесь к профессионалам для получения максимального результата. Традиционно в углах экрана у нас размещены 4 видеоролика, посвященные другим направлениям деятельности нашей компании. Переходите, посмотрите, наверняка для себя что-то найдете интересное, а мы для вас это с удовольствием реализуем. Не прощаемся.